Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч между сборной Канады и сборной Марокко. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет потом свериться с реальными результатами. Итак, разбираем турнирное положение этих двух команд. Сборная Марокко занимает сейчас второе место в группе F. Делит, можно сказать, даже первую строчку со сборной Хорватии, у них по 4 очка. Ну а сборная Канады занимает четвертую строчку, у них 2 поражения, 0 очков. И, в принципе, этот матч очень интересен. Марокко в случае победы над сборной Канады, даже, в принципе, если не проиграют в этой игре, наберут там хотя бы одно очко, могут уже себе более-менее как, если я все правильно подсчитываю здесь, гарантировать выход себе в раунд плей-офф, вне зависимости от матча Хорватии или Бельгии. Потому что здесь бельгийцы сами себя загнали в такую ситуацию, что им для выхода нужна только лишь победа. Поэтому будем наблюдать и за вот такой вот интересной группой, более интересен исход, кто все-таки попадет в раунд плей-офф. Ну и как мы видим, хоть и забила сборная Марокко первыми, здесь уже Джонатан Дэвид забивает, сравнивает счет для сборной Канады в этом матче. Уже мы смотрим моменты во втором тайме, вынос пошел со стороны сборной Канады. И вот, отлично здесь подкараулил на ошибки Джонатан Дэвид и забивает победный гол. Он забил победный дубль, даже можно уже так сказать. Волевая победа сборной Канады. И в итоге канадцы одерживают первую победу на этом турнире со счетом 2-1, обыграв Марокко. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.